Привет, танкисты! Сейчас я вам расскажу, как переодеваться, не теряя очков, не теряя киллов. Итак, что мы имеем? Уверен, что у нас есть Дико Гром. Дикогроме сейчас. Смотрим. У нас один килл и одно поражение. В данном случае нам нужно переодеться. Идем переодеваемся. Открываем вторую вкладку. Вторая вкладка имеет другой сервер. Переходим на другой сервер. Вкладку с игрой мы не закрываем. Почему я решил сделать такой небольшой ролик по переодеванию? Потому что некоторые генералы до сих пор спрашивают, как переодеваешься, как переодеваешься, не теряешь очков. Так, вот так. В принципе, это все указано на форуме. Но кому-то лень ходить в форум, кто-то не умеет пользоваться поиском. Поэтому проще сделать такую видяшку. Будет хорошо, если вы скидаете ссылочки своим знакомым, кто не умеет. Пусть пользуется. Ну вот, заходим на другой сервер. Ввели пароль, идем в гараж. Гараж. Так. Нам надо переодеться с Дико Грома. У нас Дико Гром. На Дико Фриз, например. Одеваемся в Дико Фриза. И снова идем на тот самый сервер, где мы только что играли. Как видите, он в данный момент дисконнект. Нужно его обновить. Обновляем ту вкладку с игрой. Вкладку с гаражом пока мы не закрываем. Нужно успеть переодеться меньше, чем за 5 минут, иначе выкинет из игры. Вот, снова вводим пароль. Теперь нам эта вкладочка уже не нужна, в принципе. Если мы еще раз, конечно, не задумаем переодеваться. А в принципе, ее можно в любой момент открыть по закладке. Главное не закрывать вкладку с игрой. Это некоторые делают в него. Вот, снова в битве. Погружаемся. Броня крепкая, наши танки пусть бой на поражение. Идут онлайн танкисты, и ты не бойся. Ведь каждый был когда-то нубом, рядовым ефрейтором, а генералом стал под утро. Вот мы вошли в битву. Что мы видим у нас? Пожалуйста, Дико Фриз. И маршал бой нас поведет, сверкая блеском стали. Окраски поразил врага. Врагу не теряли, мы не потеряем никогда. Ну, то есть у нас сохранились. Сохранился тот первый килл и сейчас килл. У нас ничего не пропало, ничего не потерялось, хотя мы переоделись. Так переодеваемся. Так, что там заморозит? Так, как ты насчет морозной свежести? На тебе паразит морозной свежести. На тебе новый тайм. Чё? Ну, всё, в принципе. Жига, 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 паразит. Всё, всех убили, всех выкопали. Ладно. Все, ребят, всем пока, удачи, побед, играйте в танки онлайн.